Всем привет! Сегодня 22 мая. И вот здесь у меня на горке, в открытом грунте, растет такое растение под названием ладанник смолистый. Очень он неприхотлив, растет на горке, тут ветровая нагрузка, вот, практически без полива растет. И очень обильно вот сейчас он зацвел. Вот. Растет уже он у меня много лет. Еще хочу повторюсь, очень неприхотливое растение, выносливое. Вот. И с очень обильным цветением. Вот. Цветы у него однодневки. Утром весь усыпан белыми вот такими цветами. А уже к вечеру они опадают. Вот. Приятнейший источает аромат ладанный. Очень неприхотливый, еще раз говорю. Всем рекомендую его. Ладанник смолистый в открытом грунте.